Что стоишь? Бедуин? У вас он главный? Приступим к соблазнению. У неверных все то, что и у верных. Я тебя обнимала, спасите, помогите, уху тут. Раб, ты никудышный, умертвите его. Умираю! Бедный Тадео! А, Изабелла! Прощай, родная! Ты со мной не знаком? Да, но! Tell me, who is this woman? Что сказать? Что? Ты мой дядя! Да! Мой мамка не должен с племянницей быть вместе! Where do you come from? Come on, it's Veroni! Italian! Come on, come on, come on! Italia! E di manice di ma! Viva! Viva! Italianец! Рады чему-то? Я не сяду на то! Ну что? Задание у меня! Должен я итальянку разыскать Мустафе, нашему гею. Хочется итальянку, вот она здесь! Я не своим, сейчас же Мустафе расскажу все. Слава Лапу! Вот самолет улететь над Алжира. Наложница Мустафы, звезда его сирая. Обоих привязать, чтоб не украли. Ах, Изабелла, судьба уже сорвана. Не понимал этих грустных намеков. Какие? Кареты! И что? Ты превратишься в мишень для этого бы. Что он знал? Нет, лучше поживет. Думаю, это не повод для расстройства. Как ты сможешь быть сильнее? А что мне делать? О, горе тебе, Таддео! Ты меня уж не любишь. Как вероломно со мной не поступаешь. Старый мошенник, скажи мне, чем я тебе попал? Да ничем! Разговор закончен, готов я! Не отдаваешь! Очевидно, меня держишь за идиота! А любовники знают о твоем Линдоре, хотя ни разу я его не видел! Мы с ним жили до тебя! Ну вот уж скоро полгода, как улетел мой бомбино, и вот тебя... Летишь в Алжир на поиски бомбино и прямёхонько в сарай. А ты? А я, как старый друг сеньоры, должен помочь ей в том. И как же? А так, теперь под маску и дяди евнухам придётся стать для этой...